Доброе утро! Наступила весна, гормоны разбушевались, и сразу захотелось замуж. У меня подруга настолько захотелась замуж, что даже дату свадьбы назначила в мае. Только еще жениха нема, проблемка. Но для этого надо же как-то хорошо готовиться, да для подруг хочет самого лучшего. Как это правильно все сделать, чтобы красиво организовать всю свадьбу? Я пригласила Олечку Стрельцову, профессионал своего дела. Она все забатит, как надо. Привет, Олечка, доброе утро. Я сегодня не в форме свадебного организатора. Это, знаете, пляжный вариант. Если вы не против. Нет, нет, нет. Олечка, ну я тебе отвечу, скажи мне. Ой, обалденно, как это так началось. Неожиданно началось, кстати. Вот я тоже хочу замуж уже. О, а ты знаешь, я как жених вам люблю. Больше, знаешь, уже создаю уже вариант, уже, когда есть жених, я уже делаю свадьбу. А когда жениха еще нет, это еще пока не ко мне. Ну ничего, главное потом мы их свадьбу хочу организовать. Я как-то сам жених, но это само собой. То есть мы я его там начали, я просто парочку. Олечка, расскажи, как ты вообще пришла до этого организации вещей? Какой был вообще пункт? Я как-то все происходило, поступили, чи я просто так хопа? Расскажи, что это хопа. Даже чем бы я ни старалась заниматься, чем-то другим, совершенно, которое не имеет никакого отношения к свадьбе, свадьба возвращается. Люди сами приходят и говорят, вот ты давай. Вот, ну как люди говорят? Олечка, а как это получилось? Что ты так и делала, что раз ты бы пришла и сказала, организуй нам свадьбу? Я сначала начала петь на этих свадьбах, чтобы вы понимали. Счастливая. А между прочим, стала уже Оля ведущей на одном из каналов ведущей. Уже в Литве где-то эту программу показывают, потом по России, в Ревизии. Всем иностранным. Дело в том, что я пела, значит, на конкурсе на детстве. А я же не из Киева, а из городочка маленького, там если 5000 населения есть, слава Богу. Все с ужиком разговаривают, но ты не Паша, очень хороший город. Это под Белой церковью Старищи. Никто об этом не знает. Да, там 5000 населения послал. Значит, и я туда на детские конкурсы ездила в Абхазии. Ну, где ты это будешь показывать, потому что это селе. На Дом культуры тот, и тот уже сожгли. А на свадьбе человек 300. Не то, что вы знаете, 50, 300. Уже аудитория, самое оно. Вот люди сами начали звонить, когда украшение праздника стало. Я тут же тогда увидела все варианты свадьбы. Когда приехала в Киев, уже подарили. Там свадьба не знаете, получается в 11 утра. Так в 11, так 4, дай бог, чтобы задержать. Так, а мы не так почему-то ближе видеть. Ближе. Да, я сейчас хочу тебя снимать, прямо не болтать с тобой. Да. Спасибо большое. Ой, а тут еще такая панорамка красиво сзади. Классно. Вообще. Да. Олечка, так кажешь, это все началось с твоего городка, да? Это с самого детства, да, эти свадьбы, они всегда со мной. Ну, прямо сказать, я не делаю много свадеб. Я церемонии провожу, я объявляю людей мужем и женой. Это то, что я делаю. Правда. Хорошо. И це правда. Я чула це. О, це божественно. І взагалі мені дуже Оля понравилася. Я була на одному із женських таких форумів, можна назвати, фестивалі. Мене Оля дуже так вдохновила. Я розумію, чого вона ведуча і достигла таких висот. Вона така зажигалка. Хваліть мене. А вообще приятно, коли хвалять? Хвалят, да. Лезть не люблю. Вот, лезть неосознанно, знаете, людей, которые не знают, что как бы, вот действуют не по зову сердца, а по какой-то накатанной системе, по стереотипам. Вот с такими людьми мне сложно, наверное. Олечка, а как предложение поступило из телека? С тобой? Да. Все получается очень интересно. Опять же, провела церемонию. Роскошная церемония была у людей. Все людям понравилось. И, как оказалось, брат невесты, он же сценарист на этом канале. И, оказывается, конкурс шел уже давно. И все главные организаторы Киева уже давно этот конкурс прошли. Но как-то не то было лицо. Организатор хороший – это одно. А еще плюс вести программу – это другое. Это совсем другие условия.
Кроме того, для того, чтобы быть на канале, надо было отказаться полностью от всех свадеб. Физически бы не успел их организовывать. И вот этот сценарист Андрюша, он говорит, приди, пусть на тебя посмотрят. На меня посмотрели и как-то так совершенно случайно вот выбрали. За что я безумно благодарна людям. Это огромнейший шаг, это естественно. Я тогда еще не осознавала, какое это счастье. Ну, дуже интересно, да, работать на телевидении, тобі це нравиться дуже, і, як сказати, чи це не можна сравнювати, от, роботу там, просто ведущий свадеб, і ведущий на телевізорі, в телевізорі, скажімо. Телевидение – це робота дуже складна. Якщо так, з іншої сторони, посмотриш, вроде так здорово, да, там приходиш, тебе і накрасять, і сценарій какой-то дадуть, і режисуру класну зроблять, все зроблять обалденно. Это безумно тяжелая работа, потому что она не имеет критериев, каких-то рамок. Ты в любом случае 100% отдаешься именно этой работе. Это круглосуточно. Это никаких других каких-то векторов не существует. Либо ты ведешь свадьбу, либо ты на телевидении. Два в одном может быть. Такое есть. Но приоритет всегда должен отдаваться чему-то одному. А что на самое тяжелое таке было? Привикнуть, може якісь такі нюанси є, ну от в роботі на телевізорі. Ну це я так в кавичках називаю. У кожного свої, знаєте, у кожного свої. У мене лично, мені складно працювати в великому колективі. Коли вокруг тебе круглосуточно, тому що зйомочний день може займати 16 часов, 18, і більше, круглосуточно вокруг тебе не менше 70 чоловік. А я такий, знаєте, індивідуаліст. Мені треба 2 дні собратися з мислями, вот, чтобы никого вокруг не было. И потом вот как ракета как вот полетела. Вот. Но когда вокруг тебя круглосуточно много людей, да, это вот самая большая сложность. А это твое восстановление зарыться в себе, чи як? Чи як это происходит? Да, я провожу мероприятие большое, делаю какое-то мероприятие, и это вот восстановление. Я потом сутки, двое, может быть, я просто лежу, смотрю фильм. Другого мне... Но потом, когда я вот восстановилась, я уже точно знаю, что я хочу, и все, поехали. Вперед. Ты дуже целеустремленна. Нет. Нет? А мне так показалось дуже. Нет. Целеустремленность, знаете, это как у мужчин, наверное. Вот он, вижу цель, не вижу препятствий. А я просто пытаюсь понять искренне, по-женски, по правде, чего я хочу на сегодняшний момент. И я не продумываю, а как же этого достичь, и давай там себе пробуй. Я просто вижу вот эту большую цель, и я делаю что-то, делаю, но не обращаю внимания на мелочи. Я просто знаю, что вот эта цель у меня вверху есть. Олечка, а что для тебя такие препятствия, можно назвать? Якісь... Такие вопросы вообще здоровские, препятствия. Це може якийсь моральний свій устав. Що, у кожного ж своє. Смотря в чому. Смотря в чому, тому що я так зараз... Ну, що ти точно не зробиш для того, ну, щоб до досягнення своєї цілі? Ну, не зробиш щось, може, погане таке. Які у вас вопроси провокаційні, прямо вам хочу сказати. Такі. У мене дуже багато принципів, там дуже багато пунктів буде, що я не зроблю. Я дуже принципіальний чоловік, це страшно. Я не буду общаться с людьми, с которыми, которые мне не подходят чем-то. Скорее, правильнее вопрос будет лично ко мне. Как правильно надо? Кем себя надо окружить? Что себе надо представить для того, чтобы идти? Нету такого, что я там по головам хочу пойти или кого-то обидеть. Я всем желаю только добра, исключительно всем. Не дай Бог. Правильнее себя окружить такими же людьми, которые стремятся и хотят того же, чего и ты. Вот так вот правильнее. А вот какие это люди, которые, вот окружение твое? Лично мои? Лично, да. Они все разные. Все очень разные. У вас талант, я хочу сказать, очень большой, потому что не каждый журналист задает такие вопросы. Все как-то, знаете, по сценарию в интернете вычитали. Родился, женился, еще что-то. У вас так... Может, из-за того, что я самородок? Ой, я хотела сказать, да ты шутка есть такая. Оля, у вас хороший вкус. Вот это хорошая такая новость на сегодняшний день. Мое окружение. Удивительное мое окружение. Я каждый раз понимаю, что если нам с людьми не по пути,
Я не то чтобы их обижаю, они сами уходят, им становится со мной некомфортно. Но это, как правило, люди слова, в первую очередь. Это те люди, которые отвечают за свои слова. Если человек за слова не отвечает, я, увы, не смогу иметь никаких теплых отношений. Это люди легкие, это люди радостные, это люди даже, которые занимают очень высокие, возможно, социальные посты, но они смеются и радуются постоянно. У них что не слово, так анекдот. Они делают жизнь, что свою, что окружающих, лучше. И они это делают осознанно. Я выбираю таких людей, мне с такими людьми комфортнее. И я очень многому у них учусь, очень стараюсь. Мені кажеться, що і ти, Олечка, така, бо які окружають люди нас, такі ми є на самом деле самі. Я себе похвалити не можу, тому що мені кажеться, що я роюсь кожен день в себе дуже, дуже критично відношусь і бачу дуже багато недостатків. І, можливо, зі сторони так покажеться моя персона, може бути, там, самовлюблена в себе і так далі. Я стараюсь людям, чесно сказати, не відкриватися. Це може бути... Первый такой открытый рассказ. Никто даже нигде не заявлял, с какого я города. В интернете этого нигде не написано. Я только за то, чтобы люди меня оценивали с профессиональной стороны. А то, что личное, пускай это останется для мужа и для семьи. А ты считаешь, что когда какую-то информацию про себя такую личную рассказываешь, люди уже начинают по-иншему, да, так, ну, оценивать человека? Что с этим есть, да? Да мне, по сути, все равно, как люди оценивают, если уже на то пошло. Ну, пусть тебе все равно, а в принципе, как ты считаешь, есть что-то такой пунктик? Вот, как людям откроешься, они что-то уже так, так, ты оттуда, то что-то уже начинают не так на тебя дивитись. Я тоже про это заметила, так и дело. Я тоже девочка села, между прочим. А как ты думаешь, что вот девчата приезжают в город, большой, такие планы, надежды? Что, вот, конкретно те, которые хотят ушел в бизнес? Что ты думаешь, что для этого надо делать? Если вы сейчас про то, что переспать с продюсером, так это я вам хочу сказать. Господи, так, чтобы культурно сказать. Ну, короче, нету такого в Киеве. Нету. Уже миллион лет такого нету, что там девочка с кем-то переспала, и будет ей счастье. Во-первых, надо понять, нужен ли тебе этот самый шоу-бизнес как таковой. Потому что шоу-бизнес – это в первую очередь жертва, жертва себя. В прямом смысле слова. Ты жертвуешь своей внешностью, ты жертвуешь своей личной жизнью. Ее нету. Ты жертвуешь семьей. Вплоть до того, что даже если это не супер там артистка какая-то, да, а просто в группе какой-то средненькой поет девочка за $300 в лучшем случае, а там у нее кто-то дома, не дай бог, заболел. Ей надо ехать домой и реально лечить, спасать, везти в Киев, что-то делать. А у нее нету такой возможности. Она не может поехать, потому что у нее контракт, и она должна в каком-то Китае отрабатывать вот эти вот... Это жертва колоссальная. Личная жизнь. Ее нет. Психика поломана, сразу говорю. Поэтому надо четко понимать, а чего же я хочу? А хочу ли я этого шоу-бизнеса? Готова ли я на эту жертву идти? Нет, не у всех. Есть прекрасные люди, у которых получилось и создать хорошую семью, и хорошо реализовываться, ну, как мы называем, шоу-бизнес. У нас не шоу, не бизнес, а если честно. Есть такие люди. Но это те люди, которые, вне зависимости от возраста, уже точно, целостно понимали, что они делают. А не просто так, что я на телеке засвечусь, и я буду классная, меня будут все любить. На телеке засветиться – это два пальца об асфальт. Ты попробуй на телеке удержаться. Вот это вот сложнее. Это уже посложнее, да, задержаться. Но все-таки это жесткий мир? Нет? Бо мне кажется, что это жесткий. Люди очень черствые, жестокие. Очень важко быть в этом эмоционально. Ну, если выезжаешь за пределы Киева, да, сразу же, во-первых, время идет медленнее. Люди все делают медленнее. И люди как-то улыбчивее кажутся, да, чем в самом Киеве. Но также можно нас сравнить с Москвой или с Нью-Йорком. Если поехать в Нью-Йорк, потом вернуться в Киев, то в Киеве все покажутся добрыми и ласковыми. Дело в том, что у нас мы очень ценим время. И болтать ерундой некогда. Если мы отвечаем «да» завтра, 11:30, там-то, там-то,
человек из пригорода, это принимает за жесткость. А мы принимаем это, уже в Киеве работая миллион лет, за экономию своего времени. Потому что в Киеве его очень мало. Оно проходит молниеносно. Дядя Витя, теперь ты понимаешь, что я тебе не отвечаю 100 раз на день? Ты понимаешь? 100 раз я тебе кажу, дядя Витя, я занята, занята. А ты звонишь мне и звонишь. Ну, обижайся, це жесткий мир шоу-бізнеса. Дядя Витя, это у нас кто? Це мамин братик. Да. Дядя Витя, не обижайтесь, это жесткий мир шоу-бізнеса. Да. Олечка, а я хотела, смотри, бачиш, мы такие красивые рога, череп. Отже, кази, держись за рога и загадай желание. Это обязательно сбудется. Ваши рога. Да, да, да. Ну, надеюсь, не мои. Никто мне не наставил, а я ее с собой ношу. Правильно, лучше. Олечка, закрывай глаза. Я за мир во всем мире. Да. Я хочу, чтобы все люди хотят одного и того же везде, во всех странах. Все хотят мира, все хотят счастья детям, все хотят здоровья родителям. Вот я за то, чтобы это побыстрее у нас было. Олечка, что-то такое сокровенное не рассказывай мне и зрителям. Загадай тоже. И оно обязательно сбудется. Потому что моя козочка тебе поможет. Бо ты мне очень нравишься. И мои кози тоже. Так, я загадала. Загадала? Я загадала, козу погладила. Мне она тоже очень нравится. Рога обалденные. Супер. Да. Олечка, а еще расскажи, пожалуйста, девочкам, вот лично мои подружки, тоже хотели бы тебе на тренинг попасть. Ты здесь что-то такое проводишь? Я веду только на сегодняшний день единственные в СНГ курсы ведущей церемонии. Почему? У меня церемонии около 100 в год. Я физически не успеваю на них, потому что в день ты можешь провести максимум 2. Церемония, как правило, у каждого на часов 16-18. Вот. И порекомендовать... Коллег с удовольствием могу, но, увы, коллег можно на пальцах пересчитать. Мы все в эти дни заняты. И нету таких людей, которые бы с посылом в душе, с огнем в душе объявляли людей мужем и женой. А это профессия. Мы это считаем, а, с улицы можно... Нет, это профессия. Причем очень серьезная. И вот я девчонок обучаю. У меня буквально на днях курс. А что касается других каких-то курсов, пока нет. Пока не провожу. Единственный был курс, это на Best Woman Fest. Не курс, а мастер-класс. Я там была, и мои подружки были, и так кайфово было, ну честно вам скажу. Вообще, но я сразу до Оли подошла и кажу, так окрылила меня, так зажгла, капец, честное слово. И моя подружка приветик передавала, сказала, что тоже нравится. Девочки, дорогие мои, рыбочки, я все ниже видео сброшу ссылочки на Олю. Честно, она дуже приятна, дуже хороша. Вы меня так хвалите, прям невозможно. Ну це честно, бо честно, клянуся, як то кажуть. И все ссылочки дам на соцсети, на Фейсбуке, мы с Олей тоже подружилися там, будем общаться. Может, кто-то тоже хочет стать такой ведущей? Легко. Олечка вас обучит. Як це вести прекрасне мероприятие. Ну все, дорогой мой зритель, будем прощаться, бо наше капучино чи латеш, це ми Оля п'єм. Вроде капучино. Да, остине і поболтаємо ще так, тет-а-тет, бо є всякі такі штучки, що, ну ви понімаєте, дівчата. Олечка, пожелай що-небудь моїм зрителям. Ой, я очень девочкам хочу пожелать настоящей искренней любви, верить в своих мужчин, мотивировать своих мужчин, знать, что они есть. Вот и весной возобновиться полностью, чтобы все ресурсы, которые внутри, чтобы они нашлись, и чтобы они вот весной это и открылись. И чтобы лето вы уже обязательно встречались со своими мужчинами, чтобы все-все-все были счастливы и здоровы. Мира нам. Все, дорогой мой зритель, целую, обнимаю, до встречи!